Приветствуем вас, милые зрители! Сегодня интернет-магазин «Серебряная птица» вновь рад показать вам новинки серебряных изделий от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Смотрите весь обзор до конца и вдохновляйтесь на новые образы и новые идеи. Открывает наш обзор кольцо из серебра 925 пробы. Вставка на украшениях фианит, покрытие изделий золочение с элементами выборочного родирования и родирования. Посмотрите, какие утонченные линии, как изящно кольцо обхватывает пальчик, а дорожка из миниатюрных фианитов только добавляет украшению шарма. Заказывайте и носите это кольцо и с деловым костюмом, и с легким романтичным платьем. Его легкость будет легко совместима с любым образом. Паспортный вес украшения 4,5 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – искусственный султанит и фианиты. Вновь в нашем обзоре любимая вставка многих наших покупательниц. Посмотрите, какой фантазийный и необычный дизайн получился у мастеров-ювелиров Красной Пресни. И как органично удалось повторить его и в кольце, и в серьгах. Такой комплект будет идеально дополнять ваш нарядный и праздничный образ, а вам добавит уверенности и хорошего настроения. Скорее переходите по ссылкам в описании к видео, пока изделия есть в наличии на нашем сайте. Паспортный вес серег 9,3 грамм, кольца 5,3 грамм. Кольцо из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Украшение без вставок. Универсальное и абсолютно ненавязчивое кольцо перед нами. Оно отлично впишется в деловой образ и не перетянет акцент на себя. Обратите внимание, как благородно выглядит кольцо в золочении, и это действительно проверенная временем качественная технология нанесения розового золочения. Фирменная техника завода «Красная Пресня». Пополняйте свою коллекцию украшений разнообразными аксессуарами, а интернет-магазин «Серебряная птица» с удовольствием вам в этом поможет. Паспортный вес кольца – 3,5 грамма. Представляем вам кольцо из серебра 925 пробы в покрытиях золочения с элементами выборочного родирования и в родировании. Вставка на украшениях фианиты. Присмотритесь к этому элегантному кольцу. Первая модель из нашего обзора была похожа на эту, но этот вариант дизайна еще легче и тоньше для самых утонченных ценителей ювелирного совершенства. Носите его с чем угодно и когда угодно. Оно прекрасно впишется даже самым минималистичным образом и только подчеркнет прекрасный вкус своей обладательницы. Для того, чтобы заказать это кольцо, переходите по ссылкам в описании к этому видеоролику. Паспортный вес изделия 2 грамма ровно. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, вставка, имитация жемчуга. Этот комплект просто создан для того, чтобы покорять сердца любительниц филигранных узоров. Посмотрите, какие линии, какие формы. Выглядит просто потрясающе и очень удобно в ношении, потому что кольцо не препятствует движению пальцев. А на серьгах английский замочек. Вы можете заказать украшения как комплектом, так и по отдельности и сочетать их с другими любимыми ювелирными изделиями.
Паспортный вес серёг 6,5 грамм, кольца 3,8 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях – фианиты. Украшения в геометрическом стиле выглядят очень легко и воздушно. Кольцо удобно сидит на пальце, а серьги – на мочке уха. Совершенно никакого дискомфорта. Несмотря на свою легкость, изделия выглядят очень солидно и статусно. Модель кольца имеет довольно большой диапазон размерного ряда от 17 до 20,5. Однозначно рекомендуем к покупке, чтобы ваша коллекция аксессуаров пополнилась этими невероятными украшениями. Паспортный вес серёг 4,4 грамма, кольца 2,4 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий из золочения с элементами выборочного родирования. Вставка – фианиты. Еще один универсальный комплект среди новинок, которые мы сегодня демонстрируем. Похожие модели вы наверняка уже видели в наших обзорах. На них вставка была в центре изделия. А теперь ювелиры придумали вот такой вариант, где оставили только обрамляющие фианиты, а центральную вставку заменили благородным серебром в золочении. По нашему мнению, получилось просто отлично. А как считаете вы? Паспортный вес серёг 3,3 грамма, кольца 2,4 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка, имитация жемчуга. И вновь филигранная новинка в нашем обзоре с нежной капелькой жемчуга. Оцените, насколько изящно вставка выглядит в данной модели и как удивительно дополняет филигранный орнамент фантазийного цветка. Легкие и в то же время такие величественные изделия. Мы считаем, что их обязательно нужно заполучить всем поклонницам ткани. А наш интернет-магазин «Серебряная птица» всегда рад помочь вам в этом. Ссылки на украшения доступны ниже под видеороликом. По ним вы попадете как раз на страницу понравившегося товара и сможете безопасно заказать изделие. Паспортный вес серёг 5,7 грамма, кольца 3,1 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях – фианиты. Изящные и женственные вечерние украшения, которые так подходят для торжества. Не упустите возможность получить все комплименты и собрать все восхищенные взгляды в вашем окружении. Изделия при своей классической форме, тем не менее, выглядят оригинально и современно. Шинка кольца тонкая, носить украшения очень удобно. На серьгах английский замочек. Паспортный вес серёг 4,7 грамма, кольца 2,8 грамма.
серьги и подвеска из серебра 925 пробы, покрытие изделий оксидирования, вставка искусственный авантюрин. В обзоре используется цепь RDG-4 покрытие оксидирования. Искусственный авантюрин всегда выглядит очень загадочным и даже космическим, а уж в сочетании с традиционными узорами и тем более. Посмотрите на это звездное небо, заключенное в одной капле невероятного камня. Каждое сверкающее вкрапление подчеркивает обрамляющее зернение. Настоящий восторг! Для того, чтобы безопасно заказать украшения, необходимо всего лишь перейти по ссылкам в описании к ролику. И вот, через несколько дней, маленькая вселенная уже в ваших руках. Паспортный вес серег 13,3 грамма, подвески 5,7 грамма. Серьги и кольцо в серебре 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование. Вставка культивированный жемчуг и имитация жемчуга. Только посмотрите, какая интересная новинка. В данном комплекте больше всего внимания привлекут, конечно же, серьги. Только приглядитесь, какие необычные подвижные декоративные элементы. Какой изящный замок и какая гладкая отполированная поверхность. Восхитительное сочетание. Кольцо, конечно же, тоже очень эффектно выглядит. В нем, в отличие от серег, только одна культивированная жемчужина. И в целом комплект получился очень богатым и отлично дополняющим как нарядные, так и легкие летние образы. Паспортный вес серег 7,6 грамм, кольца 3,1 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений радирование, вставка, имитация жемчуга и фианит. В этом фантазийном комплекте жемчужины крупные и, несомненно, будут находиться в центре внимания. Однако не стоит недооценивать и оправу вставки. Оцените, какие оригинальные узоры воплотились в жизнь из необыкновенного эскиза. Не устаем восхищаться мастерством ювелиров красной тресни. Паспортный вес серег 5,9 грамм, кольца 4,1 грамма. Браслет из серебра 925 пробы. Украшение без вставок. Покрытие изделий золочения и радирования. Оригинальный и легкий браслет для летних дней. Посмотрите, как изящно он смотрится на запястье. Обратите внимание, что на украшениях есть цепочка-регулятор и размер выбирать не нужно. Заказать этот браслет вы можете на нашем сайте jumagazine.ru, перейдя по ссылкам в описании к видео. Ну и, конечно, выбрать в дополнение еще украшения, например, серьги, которые только подчеркнут красоту браслета. Паспортный вес изделия 7,2 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка культивированный жемчуг. И вновь модель с жемчугом в нашем обзоре. И на этот раз крупную жемчужину обнимают плавные узоры, а значит, в этих украшениях вы будете чувствовать себя просто невероятно женственно. Приобретая весь комплект, вы сумеете правильно расставить акценты в образе и соберете огромное количество комплиментов. В этом мы совершенно не сомневаемся. Паспортный вес серег 6,7 грамма, кольца 4,9 грамма.
Серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. В обзоре использована цепь RDG4 в оксидировании. В завершении нашего обзора вот такая модель. Она тоже очень необычная и привлекает к себе внимание. Казалось бы, классические серьги внизу завершаются игривым завитком. И вот изделие приобретает уже совершенно иное настроение. Попробуйте сочетать его с разными нарядами, и мы уверены, что вы получите очень много интересных образов. Особенно шикарные изделия будут смотреться с локонами и кудрями своей прекрасной обладательницы. Паспортный вес серег 5,6 грамм, подвески 2,4 грамма. Вот таким получился наш обзор. Мы традиционно благодарим вас за внимание и будем очень рады вашей обратной связи. Напишите нам в комментариях, какое из показанных украшений понравилось вам больше всего. Ну и, конечно же, не забывайте лайкать, делиться этим видео с друзьями и подписываться на наш канал. Мы будем очень рады вас видеть и в нашем интернет-магазине. Мы прощаемся с вами, до новых встреч в новых видеообзорах.